9 мая в Магадане провели легкоатлетическую эстафету, которую посвятили Дню Победы. Такие состязания проходят во многих городах России. В областном центре Колымы ее проводят с 1954 года ежегодно. Единственным исключением стал 2020 из-за непростой эпидобстановки. Такая эстафета поднимает настроение в праздничный день, отмечают организаторы. В этом году за победу боролись 16 команд, в каждой по 12 человек. В этом году мы... Помимо общеобразовательных учреждений, как обычно, техникумов, высших учебных заведений, также еще дали возможность посоревноваться ребятам из спортивных школ. Этого не было никогда. И в этот раз, вот сейчас только что они финишировали, 5 спортивных школ соревновались из разных видов спорта. Ребята и футболисты, и девочки-гимнастки были в командах. Северное многоборье, плавание, дзюдо. И вот первый пришел к финишу, первая спортивная школа. Общеобразовательные, спортивные школы, высшие и средние учебные заведения – у всех был отдельный зачет. Протяженность эстафеты составила 2400 метров, а каждый участник преодолевал дистанцию в 200 метров. Расстояние от Магаданской площади до телевышки. Участок разделили на 12 отрезков. Школьники рассказывают, что начали тренировки с середины апреля, бегали каждое утро. Само собой, все были настроены на победу, и по большей части я бежал. И для меня просто было дело принципа выиграть, как и для каждого из нас. Ну, сразу поздравили, сказали, что я молодец. Сразу, ну, как-то обрадовались, короче. После соревнований на Магаданской площади прошел праздничный концерт «Гремят салюты по стране». Открыл программу оркестр духовой и эстрадной музыки.